Мы находимся. Герб Авиньона. Одна из главных достопримечательностей Авиньона – папский дворец. Это дворец пап, начиная с XI века. И памятник папе Клименту VII. Площадь перед папским дворцом. S'achève sa transformation. Les édifices antérieurs, plutôt du XIVe siècle, surmontés au siècle suivant d'une enveloppe dotée de jacquemart, subsistent insérés dans la construction de la ville. Это теперь вернёт. А это башня. Я не знаю, как красиво было. И река Рона с мостом Святого Бенеза. Вот это прекрасные уголки папского парка. Еще раз Рона и еще раз мост Святого Бенези. Современный мост через реку Рону. Так она вьется, река, по долине, по Прованс.